Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 15 декабря. Я Олег Шагнан, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Большой привет семье Марковых, Александре и Евгению. По республике неустойчивая погода, местами небольшой умеренный снег. По южному Прибайкалью местами сильные снегопады. Ветер западный 4-9, местами порывы до 16 метров в секунду. Поземка. Температура воздуха по северным районам ночью минус 30-35, днем минус 17-23. По северо-востоку до минус 28. По центральным районам ночью минус 20-25, днем минус 13-18. По южным районам ночью минус 20-25, местами по юго-западу до минус 32, днем минус 13-18. В столице Бурятии временами снег, ветер западный 6-11 метров в секунду. Температура ночью минус 20-22, днем минус 13-15. Атмосферное давление ночью будет слабо расти до 728-729 миллиметров ртутного столба. Днем существенно не изменится. На дорогах города и республики снежные накаты, заносы. Слово «Россия» в латышском языке – это «криевия», в эстонском – «венемаа». В Китае Россию именуют «эвасы», а во Вьетнаме – «нга». Это был прогноз погоды на ТВ. С вами был Олег Шагнанов. То есть «эвас», «нгуевич», «венемаа».